Всем привет! Вы на канале Планета Страйкбола. Модель CM040H от компании CIMO поставляется в картонной коробке. Комплект поставки включает в себя инструкцию, сам страйкбольный автомат, бункерный магазин, зарядное устройство, никель-металлгидридный аккумулятор, пакет безымянных шаров, шомпол и мушковерт. Данная модель представляет из себя страйкбольную версию автомата АКСУ в тактическом обвесе. Внутри у данной модели гирбокс третьей версии. Отсек под аккумулятор располагается под крышкой ствольной коробки. Чтобы получить к нему доступ, нажимаем на кнопку фиксации крышки ствольной коробки, поднимаем крышку и видим здесь разъем мини-томия. Характерные особенности модели – это рис, цевьё и накладка на газовую трубку, а также телескопический приклад и более удобная пистолетная рукоять. Модель выполнена из легкого сплава, стали и пластика. Из стали сделаны пламегаситель, крышка ствольной коробки, сама ствольная коробка, рычаг предохранителя, а также скоба спускового крючка. Модель имеет телескопический приклад. Чтобы его разложить, отжимаем фиксатор, вытягиваем приклад на нужную длину, отпускаем фиксатор. Приклад автоматически фиксируется, он имеет 5 фиксированных положений. Переводчик режимов огня, он же предохранитель, имеет три положения. Положение предохранителя, когда спуск заблокирован, положение автоматического огня, положение одиночного огня. Чтобы получить доступ к регулировке хоп-ап, оттягиваем имитацию затвора и, сдвигая ползунок в сторону приклада, увеличиваем степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления открытого типа представлены перекидной прицельной планкой и мушкой, которую можно отрегулировать по вертикали при помощи мушковерта, который идет в комплекте. Для установки оптических либо коллиматорных прицелов предусмотрены кронштейны типа «Ласточкин хвост». Для крепления оружейного ремня предусмотрена антапка в районе мушки и прорези под ремень на прикладе. Установка магазина стандартная для АК-серии. Цепляем передний зуб, доводим задний зуб до щелчка. Чтобы отомкнуть магазин, нажимаем на рычаг отмыкания магазина и выводим магазин пяткой вперед. В комплекте поставляется бункерный пластиковый магазин. Шары засыпаются через крышку в верхней части магазина. Чтобы шары попадали в привод, необходимо регулярно подкручивать подаватель.